Вау! Да-да-да, головы слева. Брон исключивает. Это да. Что за ее, красота? За ее красота, что такое? Там этот, Юрка Семен, да. Раз, он говорит, гыр-гыр, опа, это что такое, непонятно. Раз, он быстро спеда кого-то, раз, хоп. Есть, ага, это две сестры Беверли Карлайн, приехали в союз к родителям. Тут они консультанты, там какой-то стан что-то где-то монтируют. Просто сцену не делали. Ладно, мы им сразу раз на сцену, оп, Yesterday. Yesterday пел Глазунов, барабанщик. Он пел Speaking Words of Wisdom. А покажите, как русские пьют водку. Опа. Они сами его просили. Да. Покажите, как русские пьют водку. 18 лет, девчушка. Они приехали папе на помывку. 18, да. 18, другой 17, 16. Все. Две соплюхи, но и тут в оборот взяли. Они, он их отпустил, думал, что у нас здесь порядок. А у нас, прибегает в профессорский магазин, и с порога набор слов только вставляет Russian водка. Говорит, бабка подходит, меня дергает, сынок, зачем тебе водка, возьми дунайская. Помнишь, дунайская была 0,8, дунайская, игристая, дунайская, ну подумай, шипучки. О, дунайский. В общем, продавцы все в куче, говорит, столбить, вау, иностранцы. Оп, раз ему пузырь водки дали, приносит, там сережка был какой. Помнишь, сбоку лавочки, сбоку слева от танцплощадки. Слева лавочки были. Ему раз. Лавочки по кругу были. Наливает ему полный стакан водки. Он весь. Девчонки стоят. Пораненному стакану. Наливает ему вот так, по 7 капель. Они хлесть, кровь, пот и слезы. Все, потекло, все. Стоят. А мы это, раз им прибой, папиросы, прибой. У нас тогда кэмэл, баночки, пиво было баночное, вау, это для нас вообще такие полтинники. Кэмэл курим, пиво из баночки пьем, а они прибой. Они прибой. Для них это как это самое, как это? Марихуана. Ничего лучше в мире не курили. А в каком году это было? 74-й. 74-й. Лето 74-го. Ты 74-го не работал в парке? Да. Ты же отказался второй год работать. Ну да. А ты первый год работал. Я наоборот первый отказался, второй год работал. Второй год Ромка работал. Да? Ну может быть. В 75-м мы с тобой ходили. Чем дело закончилось? Ну и что, Марат с ним прощался и сказал им, приезжайте к нам зимой, у вас будут... Так, и сказал по-английски, не нашел слово красный, нашел слово им пурпурный на сцене. Дип! Ну что-то ему сказал, ты пурпурный, ты сказал, папул. Ну, папул, да. Ну я не знаю, что-то там запапал ему. Вот так. Запапал. Что ты им запапал? Вот так вот вы с ними прощались. Но вы с ними простились утром. Вот это интересно. Это его занесло и себя тоже. Нет, мне Сергей говорит, чем, а как-то не знаю, что. А они еще говорят, а у нас танцы проходят не так, девочка переводит. У нас после танцев мальчики берут палочки и, мол, дерутся. Они тут на следующий день пришли, чисто с Ленинским сошлись, вокруг их все лавки разобрали, все, что забыл родить, там был крошево там стояло, кошмар, там обидели. Еще дикие времена. Но стецы ребят боксеров задели, много их было, чисто весело было. Но нас не трогали, нас уважали. Не, музыкант. Не закона, не колбаса, не всего. Да, нас не трогали.